вообще кайф. Кайфовая, конечно. А вот сколько так можно пролететь? Пока вот в потоке ты, да? То есть это можно лететь и час, и два, и три, и четыре. Да, пока теплый воздух есть. Как люди поднимаются, мы тоже поднимемся, да? Это уже очень длинный полет. Я не знаю, какой у вас заказ. Да, у нас зависит от того. Маленький, самый простой. То есть чем дольше мы летаем, тем мы выше можем подниматься. Понятно. Просто девочек вы так высоко. Да, это к вечеру вообще. Это к вечеру воздух прогревается, да? Ну да, он же целый день нагревается. Ну да, да, да. Все понятно. Ну, мы стараемся в любом случае, чтобы было максимально все, но от погоды очень сильно тоже зависит. Ну, конечно. Без двигателя все. Ну, да, 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 да. Все понятно. А вот долго выучиться самому летать вот вообще? За месяц можно уже начинать. А чтобы профессионально, ну годами уже. Ну это да. А почему вы выбрали вот здесь, Грузию? Это вот ну, здесь хорошее место? У нас горы главное. Мы любые горные места. А, понятно.
как вас к этому привело? Я всегда летал вначале. Потом постепенно.